Сегодня мы будем готовить шоколадные маффины. Для этого нам потребуется неполный стакан молока, стакан сахара, 220 грамм муки, 2 крупных яйца, если яйца мелкие, лучше взять 3 штуки, 100 грамм сливочного масла, 2 столовые ложки какао-порошка, плитка черного шоколада, четверть чайной ложки соли, ванильный сахар по вкусу и разрыхлитель для теста. Подготовленную емкость просеиваем муку. Добавляем сахар, 2 чайные ложки разрыхлителя, четверть чайной ложки соли, 2 столовые ложки какао и ванильный сахар. Все перемешиваем. В подготовленную емкость вливаем 2 яйца и тщательно перемешиваем, чтобы масса стала однородной. Затем добавляем молоко. И добавляем растопленное сливочное масло. Когда вы топите масло, следите за тем, чтобы оно не закипело. Соединяем обе наши смеси. И слегка перемешиваем. Мелко нарезаем шоколад, можно потереть его на терку. Полученное тесто добавляем рубленый шоколад и тоже слегка перемешиваем. Сильно вымешивать это тесто не нужно, пусть лучше останутся комочки. Вот так, только слегка. Выпекать маффины я буду в бумажных манжетках. Я специально взяла разноцветные, потому что готовлю этот десерт к празднику. В процессе выпечки наши маффины еще поднимутся. Поэтому заполняем наши манжетки на 2/3 объема. Из данных продуктов у нас получается примерно 12 маффинов. Духовку разогреваем до 200 градусов. Ставим маффины и выпекаем примерно 20-25 минут. Наши шоколадные маффины готовы. Мы можем проверить это обычной спичкой. Протыкаем нашу выпечку. Если на спичке не остается сырого теста, значит все пропеклось. Шоколадные маффины очень вкусные. Возможно, вам не понравится их внешний вид, тогда вы можете украсить их тертым шоколадом, сахарной пудрой, тертым орехом или кремом. Все зависит от вашего желания. Уверена, что вам понравятся маффины, приготовленные по этому рецепту. Приятного аппетита! Подписывайтесь на мой видеоканал, ставьте лайки, пишите комментарии. До встречи!